ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы защитной рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. В новый учебный год «Здарник Оптика». Скидки на весь ассортимент очков от 15 до 50%. «Здарник Оптика», Первоуральск, Ватутина, 46. Наш инстаграм «Здарник2010». Задвижки открыты, это значит, что в Первоуральске стартует отопительный сезон, в первую очередь социальные и культурные объекты. Среди них школы и дошкольные учреждения. В детском саду номер 15 термометр в группе показывает плюс 22 градуса. Сейчас садик посещают 206 воспитанников, и, по словам заведующей, малыши играют в легкой одежде. Но смена погоды за окном может резко изменить климат в группах. 7 сентября была подана заявка на подключение к отопительному сезону. Необходимые рекомендации, которые были выданы Энергосбыт, были выполнены, и детский сад готов к отопительному сезону на 100%. Стопроцентную готовность к отопительному сезону подтверждают и специалисты Первоуральского центра хозяйственно-эксплуатационного и методического обслуживания. До начала отопительного периода были произведены все подготовительные работы. Произведена промывка, произведена опрессовка системы отопления. Получены все необходимые документы для запуска отопления. На сегодняшний день порядка 20 учреждений должны получить тепло в свои здания. Это порядка 18 детских садов и 2 школ. Во всех детских садах и школах, а также в других социальных и культурных объектах отопление должно быть включено в срок до 15 сентября. После этой даты на очереди жилые многоквартирные дома. Подключение жилфонда планируется закончить к 29 сентября. Кристина Сипьева, Юлия Данилова и Владимир Махмутов. Интер ТВ.